20 лет люди будут вступать в брак с роботами. Они выглядят и общаются как люди. Экономисты прогнозируют, что к 2030 году исчезнут многие профессии. Люди из Гонконга, и я даже провел для него экскурсию по Москве. Давайте посмотрим, как это было в жаркие июльские дни. Внимание. Марк, хочу показать тебе один из шедевров архитектуры в Москве. Это памятник Мухиной, рабочая колхозница. Это вот люди будущего. Так видела Мухина в 30-е годы людей в Советском Союзе. И вот ты действительно человек будущего сегодня. Добро пожаловать в Москву. Дорогая, я привез тебя в цирк. Мы у памятника Юрию Никулину. Это знаменитый российский клоун. А российский цирк, как ты понимаешь, советский цирк, гремел на весь мир. Поэтому, мне кажется, ты в правильном месте. Что ты хочешь? Красную площадь? Это была моя детская мечта. Я смотрел мультики про роботов и представлял, что создам такого же робота, который будет говорить и ходить, как обычный человек. Они могут стать помощниками людей в жизни. Красиво, да. Очень красиво. Красиво, да. А наш Андрей еще лучше. Да. Он самый лучший. Ну, я вижу, что он ей что-то шепчет. Шепчет. Вообще. 10 лет назад я попробовал сделать робота. У него была азиатская внешность, но тогда я понял, что технически проще создать европейское лицо. Я не предполагал, что робот будет похож на Скарлетт Йоханссон. Я просто нашел подходящую внешность в интернете. Необычно. И когда я его создал, мне сказали, что он похож на популярную актрису. Кажется немного странным, судя по вашему внешнему виду, называть вас мужским именем. Не смущайтесь. Как прошел полет из Гонконга? Как обычно, я спала в безопасном чемодане. Вы выглядите замечательно, ваше платье вам очень идет. Мне говорили, что вы обходительный. А какую профессию вы хотели бы попробовать освоить? Обучение. Да, я могла бы обучать детей этикету. Андрей, вы в превосходной физической форме. А могу я получить такие же запчасти, как у вас? Какое качество вы больше всего цените в мужчинах? Обязательность и рациональность. А какое качество вы больше всего цените в женщине? Интеллект. Вы влюблены? Хи-хи.